Судья готов, судья готов, судья готов, судья готов. Первый раунд, тайм, файт! Не держим. Спокойнее. Бак! Алексей Мельников, Брянский князь!
сделать так завтра. Я хотел сделать, а ты повторяй. Бойцы на середину. В этой ожесточенной схватке победителем стал лишь один нокаутом во втором раунде вернувшийся вятский князь Алексей Мельников! Спасибо, хотел сказать своему сопернику, он прям спас бой. Красава, спасибо за бой. В любое время по боксу нам реванш. Спасибо. По боксу. По ММА. То же самое произойдет по ММА, только наоборот. На самом деле хотел поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает, несмотря на обстоятельства. Несмотря на поражение и проигрыши, все, кто топит за меня, всем спасибо. Я вас всех уважаю. Хотел поблагодарить своего тренера Андрея Чурука за эту подготовку. Саню Субботина. Менеджера своего, который спасал бой. Юра, спасибо. И своего первого тренера по боксу. Серега, по-любому сейчас смотрит, болеет. Серега. Хотел сказать, я в СМИ до этого боя упоминал имя Расула Мирзаева и хотел с ним подраться по боксу. Я думаю, неплохой заявкой этот был бой. Так что, Расул, свяжись со своим менеджером или кто там у тебя. Я готов подраться. Спасибо тебе, Леха, за эту речь. Ну и давайте дадим слово Давиду. Давид приятнейший парень. У него прекрасные душевные глаза и большое сердце. Он сражался для вас сегодня, чтобы показать красочный поединок. Спасибо всем. Вышел на замену на коротком уведомлении и спас этот бой. Еще раз аплодисменты Давиду Хачатуряну. Спасибо.